живем в мире проектов, причем прорывных проектов, да, и любая идея может повернуть мир в лучшую сторону. И мне кажется, именно эта идея лежала в начале, здесь лежала в головах европейских организаторов. Самая главная идея, что самые даровитые участники, отобранные локальными организаторами, они едут в Берлин, где уже собираются там до 1000 участников, да, происходит большое событие, большая конференция. Просто любая идея может оказаться взрывной. И основной задачей для тех, кто захочет поучаствовать в этом, как можно более ярко и выпукло представить свою идею, не бояться принести там капусту или скейт, или привезти велосипед с собой, чтобы показать, что ваша идея настолько крута, чтобы вот люди, которые сидят в зале, прям захотели встать и поучаствовать в этом. На это направлено.